Несколько человек пострадали на пожаре в цехе ММК в Магнитогорске. Загорелось помещение коксового производства. Пламя бушевало на площади в 60 квадратных метров. Пожарные работали по повышенному номеру сложности. Как сообщили в МЧС, когда на место прибыли пожарные, то обнаружили факельное горение коксового цеха. До прибытия пожарных самостоятельно из цеха эвакуировались 12 человек. Еще 4 человека пострадали, их госпитализировали. А в Челябинске 3 дома оказались под угрозой уничтожения. На улице Куйбышева из-за вспыхнувшей бани подгорела одна из жилых построек. У нас дом не застрахован. Я знаю. Сотрудники МЧС очень оперативно прибыли на место через 3 минуты после вызова. Благо, пожарная часть находилась очень близко. Установлено, что вспыхнула баня. Горела так, что от нее ничего не осталось. Огонь перекинулся на соседние постройки. В итоге пострадала обшивка одного из домов и гараж. Полыхало на площади в 20 квадратных метров. Чтобы полностью потушить огонь, потребовалось почти 3 часа. Со стихией боролись 27 пожарных. Предварительная причина возгорания – это короткое замыкание.